и забрал. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на заявление о похищении техники. 22 августа к правоохранителям обратился судья чемпионата мира по стрельбе из арбалета. Он заявил, что у него из номера в гостинице кто-то украл MacBook и сотовый телефон. По горячим следам задержан ранее несудимый 24-летний житель города. Похищено и изъято. В настоящее время злоумышленник дает признательные показания. По его словам, в этот день он гулял с друзьями в ресторане данной гостиницы. После закрытия увеселительного заведения он вышел на улицу и увидел на первом этаже гостиницы незакрытую балконную дверь. Недолго думая, злоумышленник проник в помещение и похитил имущество. На дело молодой человек отважился из-за алкогольного опьянения. Ущерб мог составить около 50 тысяч рублей, ведется следствие.